Доброе утро всем! С вами я, Лорочка. Я вас приветствую на своей кухне. Сегодня, как обещала, я вам хочу показать, как разделываем мы нашу рыбку. Рыбка у нас засолилась. Сильт. Солилась она у нас сколько? В понедельник я ее засолила. Вчера мы ее уже ели. То есть два дня для этого засола уже вполне достаточно. Сегодня у нас вот третий день, трое суток. Ну, двое суток я считаю достаточно. Вытаскиваем мы ее из рассола и начинаем резать, обрабатывать. Отрезаем голову, отрезаем хвостик, дальше брюшко пошло ножиком остреньким, вдоль брюшка вскрываем рыбоньку нашу и начинаем ее очищать. Желающих любителей икры ее можно достать, вот она здесь есть, она как бы тоже у нас съедобна. Очищаем ее от всех внутренностей, от черной пленочки, которая дает горчиночку. Вот таким вот образом мы ее все срезаем. Доска у вас должна быть отдельная для этого дела. Рыбная, так скажем. Вот. Сразу внутренности все рекомендую рядом положить в мешочек. Чтобы потом мусор выкинули, закрыли, и мешочек был как бы у вас плотненько закрыт, чтобы мусорка ваша не пахла. Здесь у меня салфеточки, сразу все подтираем, чтобы доска была более-менее чистенькая. Дальше смотрите, делаем ножом параллельно хребту, над хребтом смотрим, делаем вот такой надрез. Нож держим параллельно, делаем надрезик над хребтом. Второй надрез будет под хребтом. Сделали, перевернули. Дальше вот с этой стороны шкурочку вот так подсдевываем и начинаем ее снимать. Снимаем. Снимаем вот здесь вот плавничок, цепляем. Шкурочку нашу нужно снять, она нам не нужна. Вот таким образом сняли, перевернули. С другой стороны шкурку снимаем. Не забудьте, пожалуйста, у меня иногда само бывает, что я шкурку забываю снимать, и потом, когда разделываю на филе, от нее уже как бы труднее избавиться. Пока рыба на хребте, желательно в этот момент снимать шкурку. Дело такое, что, конечно, маркаем, чтобы под рукой были салфеточки обязательно. Вот смотрите, она у меня атлантическая, какая красавица, беленькая, толстенькая, жирненькая. Дальше я снимаю само филе. Что я делаю? Сейчас я повернусь вот так. Вот смотрите, вот она у меня вскрыта. Дальше я такими движениями ее начинаю как бы сдвигать с позвонка. Все, сдвинула. Дальше отложила это филе. Действую со следующим. Теперь ваши ручки, пальчики, вы просовываете вот сюда, под позвонок, То было над позвонком, это под позвонком действует. И как бы ее сдвигаете вот таким вот образом. Все, хребет мы убрали. Теперь мы начинаем убирать косточки. Косточки по возможности все убрать. Существуют, конечно, специальные щипчики. Но это столько делов, как бы, немножко. Я вот то, что я вижу, я то убираю. Все убрали. Убрали. Здесь. Сейчас здесь убираем косточки. В ресторане мы, конечно, щипчиками работали, но здесь у меня времени как бы маловато. Вы знаете, что я все готовлю сама. Поэтому вот таким вот образом. Что могу, что вижу, то и убираю. Обязательно, чтобы черную пленочку, она дает горечь, вы же знаете, да? Здесь можно вот так подрезать, чтобы она была у нас ровненькая, когда мы будем ее нарезать. Так, здесь у нас тоже присутствуют косточки. Мы их, как бы вот, что вижу, что чувствую, то, конечно, я уберу. Что не вижу, не чувствую, то останется, как у меня иногда. А что рыбы, в рыбке вроде как косточки у вас? Я говорю, ну, ребят, ну это же не рыбное филе, чтобы быть без костей. Если попадаются, присутствуют, то я считаю, что это как бы допустимо. Но если постараться, то их можно, присутствие костей, конечно, снизить до минимума. Так, я вам показываю дальше, что мы делаем. Дальше протираем наш нож. Протираем досточку, насколько это возможно, чтобы она была почище. И начинаем нашу красоту резать. Режем красивенько, остреньким ножом и наискосочек. Так. Смотрите, поехали. Все видно хорошо. Поехали. Хоп. Хоп. Хоп.
Рыбка жирненькая. Рекомендую настоятельно покупать атлантическую селедку. Она у меня, рецепт есть в ленте по засолке. Так что смотрите. Вот получилась у нас вот такая рыбочка. Так, первое филе. Первое филе мы можем сразу, кстати, ее раскладывать на наше рыбное сорти. Ножом, ножом, ножом. Поехали. 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 Вот. Раскладываем красивенько. Кроме селедочки, у меня здесь еще будет, по идее, на новогодний стол рулетики из горбуши, которые у меня также есть в ленте, которые я вам показывала, как делать. Так. Рыбное ассорти, на то оно и ассорти, чтобы было несколько видов рыбных ваших штучек. Так. Теперь второе филе. Вот эти штучки я потом использовать буду на салат под шубой, сель под шубой. А здесь красивые, которые самые кусочки, я, конечно, выложу на тарелочку с нашим ассорти. Ножик подтираем и продолжаем резать дальше. Еще у меня на рыбном ассорти будет горбуша лежать, розочки с горбуши. У кого денежка позволяет, у тех семушка будет. Как делать розочки, я вам тоже показывала. Так, ну здесь можно, допустим, вот так с этой стороны разложить. Тороплюсь, поэтому немножко, может быть, как-то и некрасиво, но суть. Важно, чтобы вы поняли суть. Так, нарезали, да? Здесь у меня с этого края, допустим, рулетики. Здесь у меня розочки, допустим, из, там, из горбушки. А здесь у меня будут селедочки, рулетики из селедки. Я вам тоже показывала, где прокладывается на филе лист нори, масло, скручивается в рулетик. Держится ночь, потом нарезается, получается очень красивенькие такие рулетики. Все у меня в ленте, девочки, есть. Ну, давайте еще раз для закрепления нашего материала. Голова, хвостик, брюшко. По радио сейчас уже такие передачи, вернее, музыка такая, вот как Абба включает, сразу новогоднее настроение такое создается. Вот сейчас у меня Абба играет немножко. Новый год впереди, девочки. А нужно готовиться немножко, конечно, заранее. Заранее процесс уже должен начаться у вас в голове, на бумаге. И даже по закупке продуктов, может быть, частично какую-то консервацию. Стол протереть, потому что грязненький тут у нас. Салфеточки под рукой, тряпочки, чтобы были. И все-все в мешочек, рыбные дела. Поехали. Делаем надрез над хребтом. Может быть, вот так вот вам показать, наверное, удобнее будет. Смотрите, вот здесь плавничок, и я как бы над ним поехала. Острым ножом нож идет параллельно хребту. Надрезаете вот так до конца. Вот, открыли рыбку вашу. Рыбоньку, красавица, толстенькая, такая жирненькая, смачненькая рыбочка у нас будет. И прорезаем. Прорезаем над позвонком. Дальше наши действия. Наши действия какие? А вот какие. Дальше мы снимаем. Правильно, мы снимаем нашу пленочку. Пленочку. Тушку поддерживаем. Пленочку мы с вами снимаем. Хотела перчатки одеть, но в перчатках очень девочке неудобно, сами понимаете, скользить будет. Поэтому действуем пальчиками, ручками, потом хорошенечко это все моем, чтобы ручки наши не пахли селедкой. Так, сняли шкурку, переворачиваем, подцепляем с краешку. Видите, как она пошла? Вот она пошла, вы поддерживаете.